Аргентину в очередной раз охватила волна массовых протестов. На этот раз на демонстрацию вышли водители автобусов. Причиной забастовки стало увольнение 53 водителей. По мнению участников протеста, такие действия со стороны местных властей просто абсурдны, поскольку ежедневно автобусы перевозят порядка 250 тысяч пассажиров. Начавшаяся мирная забастовка переросла в столкновение с полицейскими. Чтобы успокоить толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ активисты забросали полицейских камнями. 5 человек арестованы. В том, что забастовка закончилась беспорядками, виноваты сами полицейские. Они ранили резиновыми пулями несколько человек. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы те, кого они задержали, вышли на свободу.